Друзья, привет! Вы на канале ABC Cooking, и с вами я, Наталья Машика. Сегодня готовлю веселые маффины. Почему веселые? Потому что внутри они очень красочные, и такие маффины удобно давать деткам в школу и также брать для себя на обед, на работу. В чем секрет этих маффинов? Здесь меньше мяса, больше овощей. Если ваш ребенок не любит овощи, здесь их можно очень хорошо замаскировать. Получается супер вкусно. Начинаем! Итак, в миске у меня 560 грамм говяжьего фарша, можно взять куриный или индюшиный, какой вам нравится. В качестве овощей сегодня я буду использовать 180 грамм цветной капусты, 180 грамм кабачка вместе с шкуркой буду использовать, 180 грамм брокколи, 180 грамм моркови, 2 небольшие луковицы, 2 зубчика чеснока. Все овощи у меня сырые. Чем больше вы будете брать разных овощей по цвету, тем красивее и красочнее получатся ваши маффины. Все овощи необходимо натереть на крупной терке. Натираю морковь на крупной терке, затем цветную капусту. Можно также измельчить в блендере, если хотите. Также я измельчаю брокколи. Все на крупной терке. И кабачок. Кабачок я натираю вместе с шкуркой, он у меня молоденький, семечек почти не видно, поэтому вместе с семечками, вместе с шкуркой. Если он у вас старенький, естественно, шкурку снимаем, семечки убираем. Лук тоже на крупной терке, а вот чеснок натираю на мелкой терке, или можно пропустить через пресс. Сюда же добавляю 2 яйца, 2 ровные чайные ложки соли, 1 ровную чайную ложку молотого черного перца и 120 грамм овсяных хлопьев. Все перемешиваю. Овсяные хлопья нужны те, которые обычно мы варим на плите 5-10 минут. Фарш тщательно вымешиваем и затем оставим при комнатной температуре на 15-20 минут. За это время овсяные хлопья впитают соки от овощей. Мне потребуется форма для маффинов из 12 средних штук, сбрызгиваю маслом спреем. Также я себе подготовлю мисочку с водой, и когда я буду брать кусочек фарша, перед этим я всегда буду руки опускать в холодную воду, и тогда фарш не будет липнуть к моим рукам. И наполняю чашечки для маффинов, формочки для маффинов. Если вы не хотите делать в форме маффинов, можно сделать обычные котлетки и выпекать на противне, застеленным пергаментной бумагой. Форму с маффинами отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Вот так вот выглядят мои маффины. Через 35 минут обратите внимание, что они выделили много соков, так как там присутствует много овощей. Я их убираю с помощью вилки и салфетки. Если не хотите, можете этого не делать. И затем каждый маффин я смажу кетчупом и присыплю немножечко сыром. Если вы не хотите кетчуп, возьмите какой-то томатный густой соус. Если вы не хотите ни кетчуп, ни сыр, можете просто выпекать 40 минут, и они будут готовы. Но обычно дети любят и кетчуп, и сыр, поэтому, чтобы им, как говорится, угодить, и еще и накормить овощами и мясом, можно этим пожертвовать. Отправляю в духовку еще на 5 минут. Маффины готовы, сразу же их вытаскиваю из формы. Друзья, помните о том, что этот рецепт вы всегда сможете адаптировать под вкусы своей семьи. Не обязательно использовать именно такие овощи. Можно всегда взять то, что у вас под руками, добавить любимые специи, использовать разный фарш, добавить зелень, и каждый раз у вас будет получаться вкусная, полезная вкуснятина. Надеюсь, что рецепт вам понравился и пригодится. Если это так, поддержите меня лайками, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой второй канал украинской кухни. Ну а я желаю вам приятного аппетита, хорошего настроения и будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! До новых видео! Всем пока!